Всем привет! Сегодня переберем с вами карбюратор МС. Скажу сразу же, ремкомплект прокладок здесь идет с обычной 361 пилы, с 440 пилы штиль. В принципе, они взаимозаменяемы. Также подходит ремкомплект прокладок от Husqvarna 372, ну 365. Они идентичны. Ну, снимаем нижнюю крышку для начала. Сняли нижнюю крышку. Значит, здесь у нас что наблюдаем сразу же? Наблюдаем, что у нас отогнуты лепестки. То есть, фактически они неровно стоят. Вот. То есть, они абсолютно отогнуты. Поэтому в данном случае это все будет под замену. Снимаем все. Если под замену, то в любом случае снимаю. Тем более, такие карбюраторы ни в коем случае нельзя не ремонтировать как следует. То есть, надо сразу же иметь ремкомплект прокладок и ремонтировать. Так, дальше. Скрываем верхнюю крышку. Винты открутили, вытащили. Вот у нас прокладка. Значит, смотрим на дубовость. В данном случае она не дубовая, но поскольку у нас новый ремкомплект, лучше поменять. Также, если обратить внимание вот на центр, то здесь есть выработочка. То есть сам центр, то есть вот где у нас должно давить на коромысло вот эта вот часть, у нас здесь выработка. То есть в одном из мест получается выработка. Здесь видно темненькое такое пятнышко. Меняем. Значит, дальше откручиваем винты H и L. Для этого я воспользуюсь саморезом нужного диаметра, покручу, и все, вот у нас на месте. То же самое и с другим, соответственно, заглушкой с другой. Закручиваем до упора аккуратно и снимаем. Так это элементарно делается. Можете, конечно, приобрести себе отвертку, которая будет вот именно с подобной резьбой, или несколько отверток для разных карбюраторов. Дело, как говорится, каждого. Откручиваем винты. Обязательно откручиваем всегда оба винта. И сейчас покажу, что надо сделать, чтобы продуть данный карбюратор. Значит, открутили два винта. Запоминаем, значит, по длине идет справа. Это винт, получается, качество смеси. Винт количество смеси покороче. Не заблудитесь, я думаю. Дальше, значит, у нас очень часто здесь внутри там собирается грязь, поэтому в обязательном порядке переверните вот так вот карбюратор, возьмите тампон чистый и вот там вот все соберите, всю грязь. При этом вот так в перевернутом состоянии все должно быть, вот так вот, чтобы оттуда всю грязь убрать. Это важно, потому что эта грязь дальше может сделать беду. Ну и также я как показывал, немножко наливаем и стряхиваем. Я использую Mono, вот такой вот карбюратор для дорогих карбюраторов, если кому интересно. Все, оттуда все вышло. Значит, дальше у нас здесь имеются винты холостого хода. Вот мы их должны проверить, но предварительно. Дальше предварительно мы откручиваем жиклер газа. Ну или хотите, форсунка ее называйте. Значит, далее вставляем сюда трубку. Вот вовнутрь сюда трубочку. И дуем. Значит, поскольку мы открутили винты, у нас дуется
очень даже здорово. Ну и вот, собственно говоря, вот там вот мы, собственно говоря, ее продуваем, прочищаем. Дальше вот здесь вот есть еще одна дырочка рядом, видно, да, вот, на, где мы открутили, а вот рядом. Туда тоже вставляем трубочку и дуем. Вот. Дуется тоже хорошо. Значит, дальше. Значит, также мы должны подуть вот сюда вот этот винт. Это уже, правильно сказать, форсунка холостого хода. Тоже вставляем туда трубочку и дуем, проверяем, насколько она работает. Эх, очень плохо. Очень плохо. Холостого, скорее всего, и не было из-за этого. Значит, откручиваем иглу в обязательном порядке. Вот, смотрите, чтобы пружинка у вас никуда не улетела, потому что здесь все очень щепетильно. Значит, далее мы продуваем канал главный под иглу. Продуваем канал. Далее продуваем канал холостого хода, тот, который у нас подзабит. Не сильно, но продуваем так, небольшими вот такими рывками, чуть-чуть, да, чтобы у нас пробился этот канал и при этом мы не сделали какую-нибудь бяку. Так, ну все, холостого хода канал мы пробили, там у нас, соответственно, все чисто, но имейте в виду, что там еще и клапан стоит, то есть это даже клапан-форсунка получается, все-таки вот это вот мелкое. Вот, все очистили, то есть все каналы очистили. Далее собираем в обратном порядке. Единственное, что важно, значит, прочистить вот эту вот трубку подачи топлива. Прочищаем ее. Ну и так проходимся по всему карбюратору. Вот. И также обращаем внимание на жиклер газа, вот, чтобы там было чертание дырки очень хорошее. Вот, я обычно вставляю жиклер в патрубок, прижимаю и продуваю оттуда всю грязь. Ну и собираем в обратном порядке, ставим новые прокладки. На этом видео заканчиваю.